на канале «Россия-1» завершается показ спортивной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой в главных ролях. Заключительные серии картины выйдут в эфир 12 октября. В них мы увидим, что Максим видит, как в игре «Чайки» начинают подаваться другой команде, чтобы слить матч. После этого Тополь приходит в ярость и заставляет Чаек играть только на победу и никак иначе. А тем временем Вилти хочет проверить сообщение на телефоне у своего любимого, она начала подозревать, что он может ей изменять. 16 серия. Приходит время финального матча. Чаек ждет действительно сложная игра, ведь их соперниками становится лучшая команда. Также этот матч будет своеобразной дуэлью между старым тренером Родионова и новым Тополем. В преддверии игры Валерия вместе с Леной пытаются найти Максима и не находят себе места. Он уже несколько дней не приходит на тренировки, а его телефон недоступен. И после этого отыскать Тополя берется и Аниди. Заключительные серии спортивной мелодрамы «Чайки» состоятся 12 октября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.